Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Продолжаем опыты. Вот, значит, эта лампа, инфракрасная лампа, применяется для освещения, для обогрева, а также применяется для лечения. При этом эта лампа абсолютно не потребляет тока, так как я ее отрегулировал на шиме. То есть свет, вы видите, яркий от нее, тепло. Всем 90, видите, 92 градуса, 93, 94, 95, 96, 98, 99, ну, в общем, почти 100 градусов, 98 максимально. Считайте, 100 градусов, прогрев 100 градусов, освещение довольно приятное, как сказать, ультра, значит, красное, инфракрасное освещение. А также этой лампой можно лечить различные болезни. При этом я ее отрегулировал. Потребление ей, значит, током 0. Через шим отрегулировал. Как видите, счетчик у нас никуда не проходит. Стоит. То есть потребление 0, и при этом дает 3 полезных результата. То есть освещение, обогрев и лечение. Схема системы. Корпус от прожектора с отражателем, лампа красная, инфракрасная, лечебная. Питается от шима. Шим. Четыре киловатта шим. И от сети. Можно также на инверторе ее. Значит, потребляет 0 ватт за счет регулировки на шиме. То есть за счет самозапита обратного тока. Температура, вы видели, почти 100 градусов. То есть нагрев 100 градусов. Плюс освещение вполне нормальное, приятно свету. И плюс лечение инфракрасным. Инфракрасный свет дает лечение от многих болезней. То есть лампа выполняет 3 функции. Освещение, отопление и лечение. Благодарю вас за... и при этом потребляет 0 ватт бесплатно. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального здоровья.